Что нам понадобится для этого блюда? Для этого блюда понадобится печень. Вот я взял хорошую печень, ездил на рынок говяжья. Можно печень баранины, также курдючный жир. Понадобится очень много зелени. Здесь петрушка, лук, кинза, базилик. Все ароматные травы, очень приятные запахи. Также нам понадобится болгарский перец, лук, помидоры, острый перец. Из приправ у меня это черный перец, душистый, также розмарин, зерна кориандра и зира, как же без зиры-то. И вот, что я вам хочу еще сказать, изумительное, прямо отличный будет гарнир, это булгур. Мне он очень нравится, легко готовится. Вот посмотрите, прямо чудненько. Вот, я сделаю булгур. Итак, друзья мои, приступим. Итак, друзья мои, я начну. Это с наших специй. Как же восточная кухня без специй? Я добавлю 2 ложечки зиры. Черный перец, душистый перец. Перца мы не пожалеем. Добавим пару ложечек кориандра. Аромат. И, конечно, розмарин. Все измельчаем ступочки. На кухне веет аромат Востока. Прямо изумительно. Вот до такого состояния я измельчил. Пока это мы... Ох, аромат. Откладываем в сторонку. Сами займемся курдючным жиром. Нарезаем тонкими пластинами. Вот так это все выглядит, чтобы застелить дно моего казанчика. Выкладываем курдючный жир равномерно. Курдючный жир мы выложили. И сейчас займемся печенью. Сейчас занимаемся печенью. Убираем с печени прожилки. Пленочку. Чтобы не портить наше блюдо. Вот такие места мы удаляем. Вот тут пришел мой кот. Буся. Буся, будет печень? Буся. Бусенька, будет печень? Вот кот у меня уже все. Буся, ну скажи, скажи что-нибудь. Будешь печень? Буся, будет печень у меня?
Ты еще не проснулся, еще глаза не продрал. А уже есть, но не вопрос. Сейчас мы тебе... Да, засопел. Он у меня засопел. Вот такие места. Все это мы удаляем. Печень я брал на рынке. Лучше брать, конечно, на рынке. Она свежая, не замороженная. Все ее полезные качества и свойства остаются. И вот я ее купил на рынке. Буся. Прямо таранит меня кот. И начнем нарезать. Нарезаем пластиками. Вот так, чтобы выглядело. И это мы поместим тоже в казан на курдючный жир. Я взял килограмм, но у меня казанчик небольшой. Ой, какая печень, изумительно. С печенью мы закончили. Сейчас мы ее переложим. Давно я печень не готовил, даже, честно скажу, не кушал. Сейчас мы все помоем. На камбузе должен быть порядок. Займемся зеленью. Возьмем фиолетовый базилик. Отличная приправа. Ароматная. Также возьмем часть. Прямо чудо. Это у нас кинза. Все это крупненько. Пока отставим в сторонку. Зима, а здесь витамины. Настала очередь петрушки. Тоже возьмем пол пучка. Блюдо будет ароматное. Я вот слышал много разговоров, некоторые готовят какой-либо продукт и говорят, вот печень любит сметану. Откуда они знают, что печень любит сметану? Или каша любит масло? Это не каша любит масло. Откуда они узнали? Им каша сказала. Или друг, который ел эту кашу. Это сам повар готовит так, как ему нравится.
что вот он любит. Ну как любит-то? Он любит, а не каша любит или мясо любит. Теперь берем лук зеленый. Стебельки мы отложим и начинаем тоже шинковать. Нарезаем лук. Тоже будет достаточно. И к нашей зелени все это добавляем. Перемешаем и будем сейчас выкладывать зелень. Ой, запах изумительный. Базилик. Вот мы уложили печень. И сейчас будем заниматься луком. Нарезаем лук. Лук – это витамины. Так, мы нарезали его. Ох. Просто сказка какая-то. Будет сказка. Восточная сказка. И сейчас мы его отправим в наш казан. Репчатый лук мы выложили. Сейчас посыпаем все это зеленью. И опять выкладываем печень, которая у нас осталась. Опять лук. Ох. Сказки Востока. И досыпаем зеленью. Как красиво все это выглядит. Но я думаю, а вкусно будет. Безумно. Теперь мы занимаемся болгарским перцем и помидорами. Нарезаем болгарский перец покрупнее. Вот, его нарезали, пока отложили в сторонку. Запахи лета. Тоже в сторонку его. Такими брусочками. Тоже нарезали. Острый перец, я семена удалил, он у нас постоянно в блюде не будет, мы его опустим, он покипит, побурлит, и потом я его достану, я не стал его разрезать мелко, чтобы потом не перепутать и достать. Теперь очередь помидор, удаляем плодоножку, хорошие помидорчики я купил. Посмотрите, какие они. Ух! Тоже их крупно нарезаем. Мясистые. Прямо чудо.
Сейчас будем добавлять специи и оставшиеся овощи. Все это посолим и начнем готовить. Итак, мы продолжаем готовить, посолим. Еще самый процесс, который мне нравится, это приправа. Изумительный запах идет. Прям перец, зира, чудо, розмарин. Сейчас выкладываем помидорки. Отлично, отлично, все отлично получается у нас. Вот так вот. Мясистый. Теперь берем перчик. Тоже выкладываем. Все это дело чуть-чуть посолим. Вот такое чудо у нас получается. Представляете, аромат, вот эти все соки пойдут на печень. Смотрите, какая красотища. Включаем конфорку и начинаем потихоньку, чтобы она оттушилась. Вот у нас все зашкварчало, зашипело, пошел аромат. Добавляем перчик. Друзья, не забудьте его убрать. Сейчас все накроем крышечкой и пусть у нас готовится, а мы займемся булгуром. Сковорода у нас накалилась, мы растапливаем курдючный жир, полностью вытапливаем, потом выливаем в кастрюлю, высыпаем туда булгур, солим, специи и начинаем его варить. А пока ждем, когда жир вытопится. Вот наш жир растопился. Вытаскиваем из него шкварки. Вытащили. Берем. Сразу ставим на огонь. И потихоньку, смотрите, чтобы днище кастрюли не было мокрое, выливаем. Вот так. Чудо получается. Теперь пока горячий болгарский перец. Также добавляем наши приправы. Пряности, солим и высыпаем булгур. Его высыпали, все выравниваем, маленько посолим еще и заливаем уже кипяченой водичкой. Так, чтобы вода покрывала булгур, будет изумительно вкусно. Все, а теперь на 15-20 минут все у нас будет вариться. А, смотрите, как все кипит, бурлит, а какой идет аромат. Перчик мы убираем острый. И все перемешиваем. О! Сейчас. Мне прямо... Какой аромат. Сейчас мы попробуем на соль. Сейчас подсолим.
Какое чудо аппетитное. Прямо у меня слов нету. Сейчас мы маленько подсолим. И пусть еще потомится минут 5-10. Вот она, наша печеночка. Аромат. Прямо чудно. Слов нету. Красота. Дорогие мои подписчики, итак, печень по-самаркандски с овощами и булгуром готова. Кому понравилось мое видео, подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокол, чтобы узнать о новом вкусном и интересном рецепте. С вами был Роман Борисович. До новых встреч, друзья!